Я, как истинный православный христианин, раньше думал, что вот Кирилл стал патриархом, начнется процесс обновления в Русской Православной Церкви, и придет правда в Россию, и вздохнет свободно и радостно народ. Мощь РПЦ очевидна, массовость налицо. И кому, как не им, исправлять все косяки, сотворенные за 1000 лет. Однако не срослось. Ничего не исправлено, абсолютно ничего. Даже хуже. Лучики надежды, что возникали раньше, теперь выключены, подвержены обскурантизму и выброшены за борт православного челнока. Церковь радостно упала в объятия светской власти. Та, сменив мундир красного комиссара на цивильный пиджак современного лживого вора, щедро делится золотишком с партнерами по бизнесу. Двуглавый орел зорко наблюдает за происходящим, карая всякие поползновения к свободе, убивая любого, кто посмеет усомниться в святости власти, хоть военной, хоть политической, хоть духовной. Когти орлиных лап цепки. Хватит кого, не выпустят. И поскольку под лапами этого орла все больше крови, все больше стонов, все меньше надежд и молитв, приходит крамольная мысль. Ошибся я. Нет в православии ни желания, ни сил восстановить евангельский закон любви. Погрязли в ненависти, в клевете, в раздорах и ссорах. Убили надежду. Создается впечатление, что ради своих золотых дворцов и табунов гвардейцев они готовы всю Россию загнать в лагерь. Свидетели Иеговы ведут тюрьму строем. Над прочими свободомыслящими гражданами страны висит дамоклов меч государственного террора. Правда запрещена. Зашит рот свободы. Ноги, пытающиеся выйти в свободу, ломают дубинки ОМОНовцев. Господствует тот самый Искуситель, который Христа в пустыне призывал в свои подельники. Христос тогда победил, но мы купились, предпочли хлеб Слову Божьему, покорились власти Мамону и радостно летаем в гиперзвуке, пугая мир. И понял я, коллективизм есть ложь, стадность есть удел скота. А как же тогда к Богу пробраться? А вот как, говорит Господь, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Христос, вот мой патриарх, Христос мой Господь, Христос мой Спаситель. И стало светло и радостно. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь.